В этом ролике фото и видео моих наблюдений за правлениями воздействия на Землю приближения планеты Нибиру. У многих на слуху слово Нибиру – планета-убийца. Широкую известность имя этой планеты приобрело в конце 2012 года. На этот период провидцы древнего народа майя предсказали столкновение планеты Земля с планетой Нибиру. В конце – самый интригующий ход. В конце – перехожу к показу моих фото и видео. В конце несколько слов о моем видении, когда сбудутся предсказания провидцев майи. Действительно, эти странные явления я стал наблюдать в 2012 году. Процессы длительные. Понаблюдайте за линией горизонта, куда упирается луч. Интересно, вот здесь луч солнца заканчивается на сарайчике, который потом сгорел. А вот посмотрите, чтобы так ромбовидно изменить диск солнца, изменить для наблюдателя, то есть для человека, находящегося на Земле, так изменить, оптическая среда воздуха должна быть необычной, очень и очень необычной. А вот видео и дальше отдельные снимки уникальные. Здесь я приблизил и снял через Joypin-фильтр, чтобы яснее увидеть эффект пламени. Согласитесь, чем-то напоминает фигуру человека. Мое мнение – это действительно планетарное явление. И мое мнение, это попытка планеты Земля в очень мягкой форме образумить человека. Очень похоже на предупреждение человека, которое может звучать так. Не руби сук, на котором сидишь. Относись к планете, на которой живешь, бережно.